Не могу быть. Я могу быть и доброй, но при этом я могу быть очень требовательной, ну, типа, и в какой-то момент я и злая, и непонимающая. Ну, типа, в смысле наговаривать тебя? Я не наговариваю, я говорю как есть, но вы просто не знаете меня. Поэтому, как бы, ну, не надо идеализировать человека только по внешнему виду. Так же неправильно. И, понятное дело, мы все не идеальны, но, как бы, мне 21 год. Притульчики тоже пламенный привет из Португалии, из города Пинска. Как у вас там дела? У тебя есть Ютуб? Нет? Я еще не такая популярная, чтобы мне Ютуб уже создавать. Мне там нечего выкладывать. Мы с тобой познакомились на Зыбицкой. У нас нет Зыбицкой. Что? Ничего не означает. Просто есть. Просто красивая. Вот. No speak English. Наверное, правильно сказала. Да, я тоже так думаю. Конечно. Это если что тебе церк. Конечно, я тоже так думаю. Обязательно. Нормально, только в отпуск. Отпуск. Блин, грустно. Ну, что же делать, если быть точным. А где твой ребенок? Ребенок спит. Такая девушка не может быть слабой. О, Господи, вот, ну я говорю, не надо меня идеализировать. Вот вы меня уже начинаете напрягать. Уже начинаете. Я уже начинаю заводиться. Из-за вот, ну, типа, не надо меня идеализировать. Это, во-первых. Во-вторых, вот этот серг. Честно? Вот, глядя тебе прямо в глаза. Мамочка, ты еще тут есть? Прости меня, пожалуйста. Прости то, что я сейчас скажу. Мне так похуй на твое мнение, но так насрать, ты бы просто знал, вот просто с высокой колокольни. Мне так все равно, что ты обо мне думаешь. Знаешь почему? Во-первых, потому что я тебя не знаю, а во-вторых, даже если бы я бы тебя знала, мне так было бы все равно, потому что главное, что мне нравится. Она, ну типа, на твое мнение мне явно, ну как бы, вообще нет никакого дела. Поэтому удачки тебе, дорогуша. Выкупим ТикТок, потом из Ютуба возьмем. Да, правильно. Иди, пожалуйста, отсюда нахрен. Окей, чувак. До свидания. Тихо. Все нормально. Классная татушка. Спасибо. Не идеализируйте. Хорошо, обязательно. И ты так... Хорошо, обязательно, чувак. Слава богу. Что происходит? Да, ничего себе, нормально. Как ты показала тату на ноге, я был в кайфе. Поздравляю. Приветульчики. Поздравляю. Я пропустила. Да, ничего, все нормально. Все нормально. Я тут просто популярность свою набираю. Ну, идите вы нафиг. Пошли меня, тебе идет. Пошлю его на небо со звездочкой. Не, ну типа по факту. Ты откуда, мадам? Даруэнечка. Из города Пинска, Беларусь, Брестская область. Всем даруэнечка. Пика, ты меня заметишь? В чем? Я тебя заметила. Привет, Олечка, чтобы ты понимала, у меня со вчерашнего дня рука чешется с того же времени. Нифига себе. Чего не спишь? Ну, потому что тут... Говори, Караганда, Казахстан. Сегодня в это время. Ждем. Чего-то хорошего. Блин, да смотри, там сильно не разотри ее. Не расчеши. Разотри. Может быть, мне все равно.
Говори, карандаш. А, так, привет от Питера.